сегодня мы бы хотели вам рассказать о легком таком тюнинге, на мой взгляд, очень даже полезном, кстати, тюнинге, о комплекте для вывода сапунов. Может быть, уже, конечно же, многие знают, что это такое, для чего это служит, на какие машины, под какие коробки там, и так далее, и тому подобное. Но я расскажу это, возможно, для тех, и, возможно, это будет приятно и полезно узнать тем, кто только себе приобрел УАЗик, приобрел для того, чтобы не просто ездить по городу, по асфальту, а для того, чтобы с друзьями выезжать на природу, да, где-то покорять какие-то болота, покорять какие-то овраги, там, да, мериться там лебедками и так далее, и тому подобное. Значит, наверняка все знаете, да, из технической части автомобиля, что на УАЗ, на УАЗе на любом, на мостах, на коробках стоят у нас сапуны. Ну, где редуктор там? Да, стоят сапуны для того, чтобы, да, стоят сапуны для того, чтобы выходили как бы газы от работы. Вот, это очень замечательное как бы место, да, сапуны. Но также, если вы используете свой автомобиль не для города, а для бездорожья, это как бы является очень слабым местом, сразу же ахиллесовой пятой, потому что через это место просто-напросто затекает вода вам в мост. И, наверное, не мне вам рассказывать, что будет, если у вас вместо масла в мосту окажется вода. Да, происходит эмульсия, мост перестает смазываться, все перестает смазываться, и все начинает закусывать, задираться, ломается, в результате, как следствие, это замена трансмиссии, коробки, мостов и так далее. Поэтому для активного образа жизни ребята придумали выводы сапунов. Существуют они. Да, скажем, прямо вот четко, да, для любого. Существуют они, значит, для любого УАЗа, по сути. Можно их собрать, конечно же, самому, да, съездить на строительные рынки какие-то. Можно их приобрести, вот, если кто не знает там размеров, там, да, не хочет заморачиваться поездками, там, например, можно купить уже готовый. Но вещи, кстати, на самом деле очень полезные и очень нужные. Что же это такое у нас? По сути, как бы очень простая, да? Трубки. Трубки, да, шланг резиновый. Ага. Плюс всякие тройнички, соединители тут и так далее и тому подобное. Хомутики. Много всяких разных деталей, да, сейчас уж не буду доставать. А вот это на какую модель получается? Я вам сейчас все расскажу. Ага. Значит, конкретно вот этот вот комплект вывода сапунов у нас предназначен для автомобилей УАЗ, будь то Патриот, будь то Хантер, с коробкой Даймос и мостами Спайсер. Конечно же, да, его можно будет поставить и на гражданские мосты, будь то на военные мосты и так далее, поскольку выводы сапунов, в принципе, все одинаковые. Вот. Единственное, что на коробке Даймос, они все-таки немножко резьба своя. Куда же их все-таки выводить? Отвечу на этот вопрос крайне, кстати, просто. Паркуду собирайтесь топить свой УАЗик. 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 УАЗик, УАЗик, УАЗик. Вот если вы собираетесь его топить, грубо говоря, там, ниже зеркал, тогда выводите, конечно же, под капот. Вот. Если вдруг вы опасаетесь, что вы можете глубже засесть, да, как утонуть, например, там все бывает. У нас на соревнованиях тоже машина тонула. Вот. Выводите их, конечно же, их на крышу. Потому что на крышу, я думаю, вы уж вряд ли как бы сможете свой УАЗик утопить его по крышу. Поэтому для всех тех, кто хочет приобрел свой УАЗик для активного отдыха жизни, да, образа жизни для активного, для того, чтобы он, ну, не просто стоял, скажем, да, в гараже, либо там ездил по асфальту, а вы собираетесь именно принимать участие в соревнованиях, либо просто с друзьями, с приятелями поехать на природу, для того, чтобы пересечь то или иное препятствие, выводите обязательно себе выводы, сделайте себе обязательно выводы сапунов. Они существуют у нас и на УАЗика Буханку, и на Козлика, и на Патриот, и на Хантер в том числе. Вещь, кстати, полезная, нужная, способствует, чтобы ваши коробки, раздатки и мосты служили вам очень долго. Также я хотел бы отметить, что немаловажно, не будем забывать о шнортелях, да, которые также необходимы для переезда какого-то водяного препятствия, да, если вы ныряете с оврага в воду, чтобы мотор ваш не захлебнулся, да, существует уже давно, многие их знают, видели, это шнортели. Шнортели на УАЗ, на УАЗ Патриот, на УАЗ Хантер, на УАЗ 3741, либо его модификации. Вот. Вот так они примерно выглядят у нас. Я вам сейчас продемонстрирую это. Да? Это самый настоящий хорошего качества шнортель.
Шнортель, пожалуйста, ребята, прошу обратить ваше внимание. Внимание, не экономьте на деньгах. Он обязательно должен быть из толстого пластика. Должен быть обязательно толстый. Это сделано для того, если вы ездите по лесу, чтобы его не побило просто-навсего ветками. Иначе он у вас лопнет, развалится и так далее. Вот. То есть он ударопрочный такой, да? Он ударопрочный, да. То есть вы сами понимаете, что, да, что ветками может его побить и так далее. Этот шнортель представлю, в частности, для УАЗ Патриота. Состоит он у нас из основания, да. В комплекте также идет гофра. Обязательно она, слово говоря, растягивается до 1,5 метра, до метра где-то у нас тянется. Крепежик, кстати, и муфточки большие для шнортеля. То есть, для того, чтобы просто у нас вода, на сегодняшний день у вас мотор забирает воздух, грубо говоря, через воздушный фильтр. В штатном варианте. А будет забирать просто на все сверху, который выводится на крышу. Для того, чтобы когда вы ныряете, мотор никаким образом в него не попадала вода и так далее и тому подобное. Значит, в данном случае с Патриотом все понятно, все просто, да? Существует штатное место, да, вот видите, выемки специальные под крыло, под кузов ваши, под рамку, скажем так. Вот, ставится он. Единственное, да, ребята, обязательно надо будет просверлить отверстие в крыле. Не забывайте про это. Крыло мы. Крыло жертвуем, вам, да, да, вы жертвуете крылом. Вот так выглядит его основание. Да, ставится на сверху у нас. Ставится, да, решетка такая, ставится у нас с вами наверх, устанавливается. То есть это все собирается просто. Все собирается, да. И просто на все крепится, конечно же, к кузову. Вот. Это что касаемо у вас Патриот. Если у вас, допустим, автомобиль УАЗ Хантер, либо же Козырь с карбюратором, двигателем, здесь немножечко все у нас посложнее. Но тоже все решаемо, тоже все продается уже давно. Значит, выглядеть это будет следующим образом. Ну, не буду доставать сейчас шнортель от 3751, поскольку он, по сути, тот же самый. Значит, расскажу лишь только о том, как он ставится. Опять сверлите отверстие в крыле, да, шнортели у нас все продаются. И выкидываете привычный вам фильтр воздушный, да, выкидываете его в сторону и приобретаете себе вместе либо с корпусом, да, вместе с корпусом просто выбираете, оставляете голый карбюратор. После этого покупаете себе, будь то от УАЗ Патриота, корпус воздушного фильтра, да, вот так он выглядит. Вот крышка на него, это стандартная от УАЗ Патриота, кастрюля такая, да, вот. Либо же от Газели, он чуть-чуть пониже, буквально там на 2 сантиметра, как бы разницы большой нету, какой пожелаете, вот. И, соответственно, начинаете протягивать шнортель, подводить его к карбюратору, да, то есть делать выводы, чтобы поступал просто на все воздух, чтобы машина забирала воздух у вас сверху. Делается это приблизительно вот такими вот шлангами, либо же это. То есть, конечно же, да, придется как бы немножечко поиграть, придется немножко поконструировать, придется приложить руки, но в целом поколдовать, скажем, да. При помощи вот таких вот деталей, скажем, ну, конечно, без отверстия можно обрезать это. И также при помощи подобных вот таких вот гофр, да, вы просто все выводите себе на карбюратор подвод воздух, чтобы воздух поступал именно в карбюратор сверху. Вот, по сути, как бы и все. Поэтому при выводе сыпунов немаловажно хотел бы отметить вывод как бы шнортеля, да, дабы избежать, уж если уж мы собрались, грубо говоря, пересекать какие-то водные преграды, то пускай мы будем подготовлены, наверное, на все 100%. Как трансмиссии, мостами, да, коробками, раздатками в том числе. Также, соответственно, и сердце машины, и это, конечно же, двигателем. Поскольку залить двигатель водой, вы сами понимаете, его потом надо масло сливать, просушивать, там, промывать и так далее. Но это все. На этом, конечно же, не одни, соответственно, соревнования. Если вы обратите внимание, посмотрите видеоролик, без этого просто нас не обходится. Все это продается, все это несложно ставится, просто отвертка. А вот же у тебя как раз вот на... Да, кстати, вот так, да, наверное, шнортель изображен, поскольку как бы УАЗик у меня на груди подготовленный для прохождения каких-то препятствий. Он, ну, прокачанный, скажем так. Поэтому я вам советую, если кто-то собирается и приобрел себе УАЗик для, не для города, а для именно бездорожья, для охот, для рыбалок, для каких-то соревнований, и при прохождении водных преград, конечно же, шнорк просто необходим, так же, как и вывод сыпунов.